Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Медальон Людовика XIV Лепнина, работы Антуана Куази-Вокса. 1682 год, военный зал, Версальский замок, Франция. Шарль-Антуан Куази-Во, выдающийся французский скульптор эпохи барокко, ведущий мастер большого стиля, соединяющего черты классицизма и барокко, был придворным скульптором короля Людовика XIV. Это лепное украшение было установлено над камином военной комнаты дворца в одной из самых известных работ художника. Король, изображенный римским императором, верхом на лошади, попирающим своих врагов, подобно современному Цезарю. Луи предстает устремленным в будущее, как фигура победы, парящая над ним, предлагающая ему лавровый венец. В основании мраморной рамки медальона изображена сидящая фигура двух пленников, прикованных гирляндами цветов. Между ними помещена голова Геркулеса, увенчанная останками немейского льва, которая символизирует непобедимую силу короля, нового Геркулеса. Вверху по обе стороны два трофея из древнего оружия и две аллегории победы и бессмертия завершают иконографическую программу медальона. Вот такое описание нашел в интернете к работе Антуана Куази-Вокса «Медальон Людовика XIV Лепнина, 1682 год». Пока-пока, до свидания.